Петр Порошенко заявил, что официальное эмбарго на поставки Евросоюзом оружия Украине было снято, и сегодня республика имеет контракты с рядом стран ЕС на поставки оружия, в том числе летального. О получении летального оружия из-за границы заявлял еще в конце февраля первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский. В частности, на недавней выставке оборонной промышленности «Айдекс-2015» в Объединенных Арабских Эмиратах Украина заключила контракты по экспорту и импорту оружия на сотни миллионов долларов, сообщил Гладковский. Он напомнил, что форум тогда посетил и украинский президент Петр Порошенко. Сообщалось, что Киев подписал договор с французской компанией Thales Group на поставку беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Украинская сторона также договорилась о сотрудничестве с рядом компаний из США.